привет на канале. Олег Нестеров, Брест. Вот, решил рассказать историю, как я лоханулся. Своего рода здесь можно рассказывать как бы и без анекдота, потому что это уже само по себе анекдот. А дело все в том, что деда Олежа не спавший ночь. Не ночь, сутки практически, а не выспался. Лег поспать в поезде после Москвы, замученный. Поспал. Проснулся, мы уже 20 минут как отъехали от Рязани. Ну, а так как поезд скорый, следующая остановка – это только Мичуринск. Это почти в Туле. То есть еще 3 часа езды. Вот такие пироги. А дело все в том, что проводница просто тупо не разбудила, не сделала свою работу. Ну, хотелось бы сказать, да, бардак, конечно, бардак. Узнаю Россию, как вот так сказать, узнаю. Бардак страшный. Ну, по одному человеку нельзя судить, да, и это все-таки, ну, по большому счету, она виновата, конечно, это ее работа, но... Дело в том, что я и сам мог о себе позаботиться, я взрослый мужчина, я мог поставить будильник и встать. Ну, я понадеялся на то, как бы у нас в Беларуси за 30 минут, за 40 тебя будет перед тем, как встать, да? Даже если это конечная станция, а не то, что станция, на которой поезд стоит там 2 минуты. Конечно, мне компенсировали этот косяк с их стороны, да? Ну, за свой косяк я лишние 6 часов проведу в дороге. То есть мне компенсировали на такси обратную дорогу, нормально так, ну, и пересадили вот в этот комфортабельный вагон СВ. Здесь есть и телевизор. Я его не смотрю, потому что сижу, играю на телефоне. Вот такие вот кровати тут, все дела. Ну, это все раскладывается тоже. Хороший вагончик, тишина, мне нравится. И потихоньку двигаем в обратную сторону от места назначения. Стоит пункт пересадки. Ну, да ладно. Может, на такси поеду. Благо, что у меня еще есть время, то есть... Занятия начинаются завтра утром, а до ночи я по-любому приеду. Вот такие вот пироги. И что заметил, между городами очень мало сотовых операторов, сетей практически нету. То есть в Белоруссии едешь, там телефон у тебя все время включен, не вырубается. Здесь же, даже мы недалеко от Москвы, Рязань, да, и... Ну, близко к Москве. Сотовые операторы плохо работают. Что не понравилось в Москве, ни одной мусорки на вокзале. Это ужас. Не знаю, что ли, жалко им денег на эти мусорки. В принципе, вокзалы чистые, то есть все подметают, но мусорок нету. Мусор выкинуть приходится, его в кармане таскать, пока не найдешь деньги около туалета мусор. Это одно. Второй, народ мрачный, суетится весь, бегает. Вот за что я не люблю Москву, то что все там как-то в суете. У нас все-таки как-то все размеренно так, без суеты, все ходят, там, ворон считают. Народ не сильно напрягается, вот так сказать. Просят меня постоянно рассказать байки с севера, да? Но... Я думаю, расскажу, может быть, с Андреем мы посидим, может быть, какую-нибудь баечку вспомню, расскажу. Ну, начнем с того, что на поезде я уже не первый раз проезжаю. Раз проехал вообще на 12 часов свою остановку, опять же в России. Ехал с Ламбетнан как раз вот с севера и проехал до... Ох, я не помню. Там чуть ли не до Ярославля, блин, далеко-далеко уехал от своего города. Пришлось опять так же возвращаться. Все потому, что
проводники все равно должны выполнять свою работу, потому что человек в поезде, человек перед дорогой не спит. Лично я вот перед дорогой, я вообще не сплю, я сутки мучаюсь, я знаю, что мне в дорогу, я готовлюсь, переживаю как-то, готовлюсь эмоциями и уже вырубаюсь в поезде. Ну вот сегодня тоже я вырубился хорошо, проспал на 7 минут, уже уехал. То есть 7 минут проспал, а ехать очень долго. Да не беда, это дело все поправимое. То есть начальник поезда мне понравился. Хорошая, добрая женщина. Чаем напоили, кофе. Посадили в вагон в такой, говорят, ну что уж поделаешь. Говорю, ну что ж. Жалко девочку. Девочки втык дали, конечно, конкретный. Но это ее работа. То есть надо отвечать за свою работу. Что ж поделаешь. Что нравится мне в этом вагоне, это тишина. Стеклопакеты хорошие, колес практически не слышно. Ну и раз, чтобы немножко так развеселить обстановочку. Дочка спрашивает у мамы: мама, а что такое педераст? Она: ну, доча, как тебе это объяснить? Ну, педераст — это урод. Батя такой: дура старая, урод — это миньет, а педераст — это у жопу. Такой анекдот. Дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Вот мне все чаще перед отъездом просто засыпали таким вопросом. Ну, засыпали, не знаю, может быть, люди видят, что Дедолежа берется за все подряд, да? Кто-то боится начать. Об этом я говорил всегда, что не надо бояться начинать. Надо попробовать. Не получится — не получится. Получится — хорошо. Вы будете гораздо больше жалеть, что вы не попробовали, чем вы попробовали и у вас не получилось. Вы будете уже знать точно: да, не получилось, но я попробовал. А если не попробуете, будете думать: о, а вдруг бы получилось. Да? Это вот как лотерейный билетик, когда вы берете, да? То есть вам предложили, вы его не взяли, а человек за вами взял и выиграл машину. У меня история была. Я, по-моему, рассказывал когда-то, бабушка у меня была, уже умерла, царствие небесное, папина мама. И, ну, она такая немножко жадноватая была, но я бы не сказал, что жадноватая, хотя можно сказать, что жадноватая, потому что очень экономная. Чересчур экономность, которая на себе уже человек экономит, я считаю, это жадность. Ну и дело-то не в том. Дело в том, что покупала она хлеб, а хлеб тогда... Ну, я не помню, короче, что-то ей сдачу надо было, 25 или 40 копеек. И ей предложила кассирша билетик лотерейный ДСА. Бабушка говорит: не, не надо мне ваш билетик, засуньте себе его плашмя в зад. И не взяла, короче. А через, там, по-моему, месяц приходит соседка и к папе подходит, говорит: Гена, чего? Говорит: а у тебя же права есть? Вот есть. А ты не можешь мне машинку пригнать? Какую? Волгу. ГАЗ-21. Это, ну, старая еще Волга, да, но дело было. В этом молодой еще был. Так вот, представьте, какое состояние. Ну, это такой одиночный пример, а примеров таких очень много. Так вот, я и говорю, что не надо бояться начинать. Главное — начать. Не получится — не получится. Браться надо за все. Как бы вот, ну, сравнить жизнь... Да я никогда не был таким человеком, чтобы я стоял на месте, чтобы где-то обрастал мхом, да? Говорят, надо на одном месте мхом обрасти. Я объехал весь север. Во всех северных точках работал. Всю молодость провел на вахтах. Вахтами это называли. То есть, ну, 20 дней работали, 10 отдыхали. Когда как? Когда месяц работали, 20 дней отдыхали.
То есть по всем городам севера, по всем тундрам, закоулкам, селам, деревням, везде поработал. То есть нравится, очень нравится то, что слаженный коллектив там, на трассе никогда не бросят, это закон. Вообще нравилось там работать, как бы народ очень такой сплоченный, стукачей нету, да. Хотя взять на том же севере, взять где-то в городе, там стукач на стукаче. Ну это как бы люди, да, это всегда так было. Будет, потому что это жизнь. Вот самолет летит. Вот такие вот пироги. Населенные пункты только меняются. Дядя Олежу, выкинули бы здесь где-нибудь? До трассы дошел бы. Андрюхе бы позвонил. Вот такие пироги. Ну, я так понимаю, Мичуринск уже где-то будет через час. Ну и кто поработал на севере, сразу скажу, потом тяжело где-то в городе привыкать работать, потому что совсем другие правила, все дико. Потому что, как я говорю, и стукачи, и подсиживают. На севере как бы все как три мушкетера, все один за одного. То есть всегда помогут, всегда выручат, если что. Здесь такого нет. Остановка. Богоявленск. Богоявленск. Бог сюда явился. Вот такая вот достопримечательность здесь в округе. Поезд здесь не останавливается. Это плохо. Вот чем неудобно. Скорые поезда. Быстро, но если прошляпил остановку, он почти без остановок идет. Уже смотрю, куча гаражей. Гаражные кооперативы у нашего брата везде. Тоже мичиганчик тут такой. Народ живет своей жизнью. Кто-то домик там такой себе отгрохал. Нехилый. Ухожу от вопроса, ухожу. Не бойтесь начинать никогда. Конечно, если вы знаете, что заранее, что ваше дело обречено на провал, конечно, не стоит заниматься этим. Но если вы уверены в себе, знаете, что все получится, да? Даже если оно не получится, но вы уверены, что у вас получится, начинайте свое дело, никого не бойтесь, ничего не бойтесь. Финансовая часть, да, я вот скажу, ну я скажу по своему опыту, может кто тоже скажет, всегда было, вот начинаешь свое дело, да, чувствуешь, что ты не потянешь по финансам, они придут вообще с нежданной для вас стороны, если вы стремитесь к чему-то, если вы этого хотите, Бог это видит, Он помогает. И вы ощутите, что помощь к вам идет вообще оттуда, откуда вы вообще не ожидали, даже не задумывались. Не оттуда, откуда вы ждали и надеялись, да, и вас просто побрили, а именно оттуда, откуда вы вообще не ждали. Вот такая вот. Соляви. На север тоже, может, будет вопрос, почему же дядя Олежа по северам ездил. Да не от того бы сказать, что там заработок, ну, заработок там, конечно, больше. И не от того, что там такая романтика прямо, да, в тундре работать там или в тайге среди медведей. Нет, совсем не от того. Просто в те времена, вот когда я уже, это был конец 90-х годов, наверное, да? Ой, начало 90-х годов. Даже, да, самое начало 90-х. И были проблемы по выплатам. То есть в городе не платили, да и мало платили. И ну, пришлось просто уехать, подзаработать, чтобы хотя бы... Ну, зарплата немножко поадекватнее была. Это раньше, когда вот у меня родители уезжали на север, да, там, в
батя первую зарплату принес, а мама получила. Мама говорит, ну рассказывает, я, говорит, получила аванс. А аванс дали 100 рублей. А они в жизни не видели 100-рублевую купюру. Ну там 100 с чем-то. Но она мелочь взяла, а соточку под скатерть спрятала. Ждет папу, вся расфуфырилась, ждет. Думает, ну сейчас придет хозяин, я ему покажу. Ждет, и все, аж свербит, думает, быстрее бы пришел, да, сотку показать. Они ее на картинках-то даже не видели. Ну, потому что у матери была 70 зарплата, у бати 90, как у инженера. Работали они в Бузулуке, Оренбургской области. Потом в Тольятти работали, и познакомились они, по-моему, тоже в Тольятти. Ну, и дело не в том, что ждет, короче. И батя заходит, она ему, Ген, чего, Ген? Ну чё, иди ща покажу, чё там у тебя, ой, сейчас покажу, ну чё там, поднимает скатерть, там сотка, Гена, да, нормально, и он ей расчетный лист показывает. Она такая, ой, Ген, 120 рублей, да, дура, налей, смотри. Она, Гена, что ты еще 200, что ли? Да, такой довольный, да. Он на машине работал тогда, возил эти трактора. И 1200 получал. Ну, то есть, сравните, вот он 90 получал в Зулуке, да, или в Тольятти, и 1200 получил первую зарплату на севере. Ну, со временем ему предложили, там, месяц он, наверное, два поработал, или три, короче, ну, мало. Ему предложили инженером устроиться. Или инженером, или завгаром, ну, короче, что-то такое. Он тоже с машинами связан, но не водителем. И он устроился. А почему он перешел, как бы водителем больше, да, там на 500 рублей, считай. А устроился, потому что сразу же давали квартиру. Вот они заехали, когда на север, два месяца они пожили, и им дали малосемейку. Малосемейка такая, вполне нормальная квартира, 18 квадратов. Я еще помню до сих пор, хотя прожили мы в ней недолго, прожили мы в ней 4 года, и... После чего нам уже дали двушку. Ну вот, сами посудите, да? Малосемейку сразу дали, двушку через 4 года. То есть, да потом и сестре квартиру батя брал. То есть, были времена, когда жилищный вопрос решался нормально. А сейчас... Сейчас что? Только купить. Вот куда мы войдем? Чтобы купить квартиру, это либо ипотека, да? Это ладно, кому там повезет, где дадут ипотеку нормальную. Либо ипотека это, либо это... У родителей жить, да? Ждать, пока родители загнутся. Я вот как бы сказал... Я говорю, мне ничего не надо. Я говорю, батя, живи долго. Я говорю, сам себе куплю квартиру. Я стремлюсь к этому, да. Денег у меня нету на квартиру. Даже денег у меня нету на хорошую машину. Ну, я стремлюсь, я стараюсь. По-разному бывает. Не всегда получается. Как бы, и ну, вот многие судят меня, да, Олег, вот у тебя на канале автомобильная тема уже уходит. Но это не многие, да, многие вот просят, говорят, наоборот, хотелось бы задушевного какого-нибудь между собойчика. Поэтому решил, думаю, пока вот в поезде еду, есть время, как бы и завести об этом разговор, да. И, говорят, хотелось бы между собойчика. А другие говорят, что Олег, надоело, у тебя канал автомобильный все-таки, да? Вообще я хозяин своего канала, да? Что хочу, то и выпускаю. А, ну, конечно, я не отхожу от автомобилей, это понятно, чтобы я перся бы в Рязани.
Все это тема автомобильная. Тем более, сейчас я покажу. Ну, а кто досмотрел до этого момента, вот такая штучка у нас. Вот такая штучка. Это флеки. Ну, или глиттера, кто как называет. Да? До хера, короче. И биндер. Мы взяли специальный биндер, да, на сгущенку похоже. Ну, или еще на что-то такое. Да, больше на что-то. Биндер взяли родной для краски. И еще куча сюрпризов. Дядя Леша заботится о подписчиках, хочет сделать интересные уроки. Ну, это я взял на Хаммер. То есть это мы за деньги взяли, но с офигенной скидкой. Ребята в Минске занимаются. И еще мы набрали кэнди краски. Вот это вот белый перламутр. Вот такой вот красивый перламутр. Ой, много-много. Новинка сезона — это призма. Ну, сейчас здесь, наверное, не передаст цвет. Тоже такой перламутр с отливом. Че? Заговорился с вами. Мне уже сказали, что через 20 минут ваш припынок. Припынок — это по-белорусски остановка. Ладно, сейчас я все сложу пока. Кружечку надо убрать. Так, телефон пусть заряжается. Ну, да ладно, много еще будет уроков. Еще сделаем между собойчики. А на сегодня все, буду готовиться к отходу. Пишите, что вам интересно посмотреть, да, будет, что бы вы хотели посмотреть. То есть уроки само собой будут, и гараж никуда не убегает. Просто передача немножко расширяется. То есть сделаем такие небольшие выходные для дяди Олежи. Вот сами видите, как я устаю. Работа напряженная. Если кто-то думает, что с каналом это снял там херню какую-нибудь, да, и выложил. Нет, это у вас голова постоянно работает. Вы постоянно живете Ютубом. Не только Ютубом, соцсетями. От того, как бы я и проспал свою остановку. Ладненько. Всем удачи, здоровья крепкого, настроения бодрого. Никогда не унывайте. Начинайте. Начинайте свое дело. Начинайте любое дело. Если что-то у вас не получается в семье, допустим, да, если жена не поддерживает, постарайтесь найти общий какой-нибудь корень. Может быть, вы одним каким-то делом с женой займетесь. Жена поймет, когда вы начнете деньги в дом приносить. На меня вот до сих пор жена ругается, говорит, много времени интернету уделяешь. Я говорю, Наташ, ну а как? Никак. А уделяю, да, я практически все свое свободное время. На детей очень мало времени выходит. Вот недавно утренник ходил снимать, дочь такая счастливая была. Ладно, побежала. Всем здоровья крепкого, настроения бодрого, друзей побольше, врагов поменьше. Ну и, конечно, добра и бабла. Правильно. Оставайтесь на канале, следите за новостями. Дальше будет еще интереснее. Ты доехал, я Андрюха встретил на своем Хаммере, на нем. Мы будем тренироваться красить. Так что вот такая вот история. Будьте бдительны на российских железных дорогах. Вас могут не разбудить. Но зато в этом вагоне два раза будили. Мы проведем инспекцию сразу по приезду. Надо же провести, что здесь со школы у нас. Ого, вытяжку уже забомбил ты, да? Молодец, красиво. Вот такая вот вытяжка. Можешь же, когда хочешь, все тебя ругай, да ругай. О, космонавт. Здорово. Ой, Слава тут, не покладая рук, и днем, и ночью. Вот такая вот штука. Отопленечко. Ну, замечательно, замечательно, Слава, еще надо лампочек тебе подбавить.
Сверху будет еще лампа. Да. Еще не все, а сверху машине надо будет. Почти посмотрим. Все. Сверху, да? Нормально, процесс идет. Все продвигается. Так что на следующий заезд у вас уже будет замечательная возможность в новом здании поработать. Так что записывайтесь, не тупите. Быстрее. Вот так вот. Там еще такое же здание. Да. И напротив еще точно такое же здание. Но туда, я надеюсь, мы сейчас не пойдем. Завтра сходим. Да? Завтра сходим, да. А там что-то делали уже? Там все готово. А, там уже готово. Ну, завтра посмотрим еще. Там только это отопление осталось. Угу. Сегодня информации уже с путешествием хватит. Я хочу отдохнуть, мои ноги устали и не могут идти. Но как мне быть? Надо ползти, ветер гонит меня, ветер шепчет пустей. Додумывай мысли, иди поскорей, мои ноги устали и не могут. Ну а вот здесь вот будут проходить надо ползти. У нас теоретические занятия на 7-м этаже в капитал-центре. Ну это мы днем еще покажем. Здесь живут ребята. Район довольно-таки здесь элитный центр города. Короче, все, уже все снимаем сегодня. Все хочется сразу показать. Оставим на потом. Всем добра и бабла.